Всего годовой доход Сечина 3 миллиарда 317 миллионов рублей. Миллиард рублей пятитысячными купюрами влезает только вот в такой огромный контейнер. А теперь представьте 3 таких контейнера. И даже в них вся годовая зарплата Сечина не поместится. И уж точно она не поместится в чемоданчик, с которым Сечин вслед за Путиным в 90-е годы перебирался из Петербурга покорять Москву. Чтобы перевести все свои деньги в виде налички, ему потребовалось бы несколько таких погрузчиков. Игорь Сечин получает в госкомпании зарплату, сопоставимую с бюджетом целого города Апатиты в Мурманской области, в котором живут почти 49 тысяч человек.